Всем приветики. Нажарила картошки с перцем. Такие манюсенькие три картошинки и перчик. Вот такой у нас будет завтрак. Ничего у меня такого нету. Кашу сварила булгур, не могу. Не лезет она мне и все. Закинула ее в морозилку. Думаю, пожарю-ка я картошечки и варю кофе себе. Сейчас заварю кофеечек. Давно я не ела жареную картошечку. Ну, какие новости произошли за эту неделю? Ну, немножко мне не здоровится. Очень я опухаю, не хочется мне ни есть, ни в магазин идти никуда. Ничего не хочется. Эта нога болит, не идет. Ой, горячая. Но работа есть работа. Все равно нужно выходить на работу. Выходной ходила на барахолку. Поснимать там, конечно, не удастся, все возмущаются. Но ряды поредели. Очень мало продавцов. В основном те, которые продают медали. А уже тарелок, таких вот антикварных вещей нету. Не знаю, то ли разогнали, потому что откуда оно? Оно все с квартир. Я купила себе там ремешки для часов. Это видно, что эти вещи были выброшенные. Вот эти ремешочки, всякие часы там есть, которые не идут. А вот это что продают, даже, знаете, противно брать, потому что знаешь, что оно ворованное. А уже то, что люди выбросили там, что им не надо, что на базе перебрали бездомные и пошли сдали, то уже ладно, купил, постирал. Потому что до советских часов ремешков нету в магазинах. А там я купила ремешок. Он даже, наверное, не под часы, а с детских ботиночек такая вот шлейка затягивается вокруг ноги, кожаная. И я купила. И затянула в часы, я смотрю, что она мне по размеру подходит. Посуды, как раньше продавали, уже нету. Никто не продает. Там 2-3 стакана. В общем, вот так прошлась. А дома смотрела опять про вот этих же, что Маслякова умер. И наш, как он? Он быстро хотела сказать, который вел передачу вот эту социальную по детектору лжи. Карпачев. Молодой еще, говорят, упал на сцене и все при съемке. Ой, горячая. Вкуснятища. Два перчика и две картошечки маленьких.
Потом смотрела нашего блогера. Расхламляет квартиру мамину. Так я удивилась. Такой евроремонт сделанный. Ну, только старых годов, как? Ну, лет, наверное, 5-6 назад. До 10. Лет 10 назад. Ну, ремонт отличный. И она нанесла столько всякого барахла. То ли двух, то ли трехкомнатная квартира. Все до потолка заложено вещами. Это ужасно. А вы говорите, у меня непорядок. Ты что, у меня идеальный порядок, только нету евроремонта. Вот им сделали ремонт, а толку мало. Тараканов столько. Все такое грязное. Это просто очуметь. О, кипит моя... Моя кофе. Опа. Горячий. Кофеёк. Опа. Кофеёчек, кофеёчек. В общем, я удивляюсь. Такой хороший ремонт и столько вещей нанесла. Зачем они ей нужны? И еще развела животных. Хомяков буду, говорит, продавать. Ходит на барахолку. Буду продавать. Да, раз вы такие богатые, купите еще одну комнатную и сложите это все. В другой комнате. Ну, тараканов. Тараканов вообще немерено. А оно же еще все заложенное. Это ужасно. Потом смотрела проселку. Всей шайкой поехали бабки в его школе. Все поехали в Киев. Коля поступил в медицинский. Ну, я их давно не смотрела. Новые друзья у них там. Все такое. Все худеют. Готовить некогда, покупают в магазине все эти салаты. Говорит, поправился на 4 килограмма после похудения. Новые районы Киева показывают там магазины. Что еще смотрела? Смотрела про этих же стримеров. Рекламируют они казино. Деньги бешеные, куда-то их сейчас повывозили, я не знаю. То ли договоры заключили, смотрела я, толком не поняла, как они за границей все оказались. Сами про себя рассказывают, интервью берут у них. И говорят, я эгоист, жадный, никто мне не нужен, друзей нет. Ну, я соглашусь, что друзей сейчас нет. Если бы был такой друг, как я, то можно доверить и
положиться на этого человека. А сейчас такого нету. Зависть. В общем, этих стримеров посмотрела. Самых известных. Наш вот этот Папич вообще. Такое негативное мнение о нем. Все время играл в эти же игры компьютер. Ушел отец, ушел с дому. Гнали его на работу. Он говорит, нет, буду зарабатывать, сидя дома. И отец ушел из дому. Ну, я бы тоже не выдержала. Если бы человек сидел сутками за компьютером, не выходя с квартиры. Говорит, месяц не выходил и два раза только купался. Это что, дурей? Как я развлекалась, лечилась. Ну, лечение нифига не помогает этим суставам, никакие ревмоксикамы. Нельзя вообще в руках носить больше килограмма. И килограмм тяжело. Со сковородочки хорошо, горяченькое все. И мыть не надо, можно еще картошечку пожарить. Вечерком. Вот так. Кофеек. Красивая пенка у меня получилась. А что же, что я смешала кофе с вот этим не кофе, которое типа МакКофе. Кофе не кофе. Уже календарик нужно покупать. Календарик закончился. Ой, ну сегодня наконец-то хоть прохладно. Никогда так не ждал прохлады, как в этом году. Восемнадцать градусов, это серьезно. Слава Богу. Да, Борщик? А то жара такая была. Ты хочешь поздороваться? Поздоровайся. Поздоровайся со всеми. Выходи. Да. Всем огромное спасибо за просмотры, спасибо за комментарии. Вы мне много чего посоветовали, много о чем напомнили. Ой. Да, Борщунька. Ах, кофеек приятный такой. Легкая. Сливочный оттенок у него такой жирненький и маслянистый. Ай. Смотрела еще про Якутию. Тоже там держат свои хозяйства, гуси, готовят. И везде вот этот вот, как он, домашний туризм или как, в село приезжают люди. Сейчас дам. В городе очень скучно. За Татарстан смотрела тоже. Такие места красивые. Блюда так интересно готовят. Это пирожки готовила с картошкой. Так варит как? Лук, приправки и заливает молоком и сливочное масло. Прокипячивает. Лук, сливочное масло, залитое молоком. А потом процеживает и вот этим отварную картошку
заливает и пюрешка. Наверное, так вкусно. Что ты, Борщунь, что ты хочешь? Что ты хочешь? М? В общем, вот такое дело. Утренний кофе хороший. Не сладкий, вот это допью и все, больше покупать не буду. Да, Борщунька. Надо батарейки уже помыть хорошо от пыли. Бо уже скоро включат. Хотя еще. Ну, кто его знает по погоде как. Может, такая жара была, да в октябре будет холодно. Обычно в ноябре у нас включают. Вчера что-то у нас бахало. Раз в 10. Да. Да. Весело людям, тем, у кого большая семья. Вот надо сейчас хотя бы по трое детей, по пятеро. И вот те, кто рано порожали, рано, у них еще молодые мамы, и бабушки есть, и мамы есть. А у меня все были старенькие. Бабушке было, наверное, не знаю, лет 70, когда я родилась. Потому что у бабушки было аж пятеро детей. Мамка последняя. Да? Ну, сейчас мы с Борщиком. Только мы с Борщиком. Все Борщуня хочет. Что он хочет? Ой, ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вчера залез мне на лицо и зубы ремонтирует. А? Ремонтируешь зубы мне, да? Ой. Не забываем ставить лайки. Обязательно пишем комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.